Хоккейный клуб «Лида» по буллитам обыграл «Гомель». Очередной матч экстралиги прошел в минувшую субботу на арене Ледового дворца. Основное время игры завершилось в ничью 1-1. Не выявил победителя и овертайм. Первой звездой всего игрового дня стал вратарь «Лиды» Артур Малков, который провел феноменальный матч, отразив 50 из 51 броска гомельчан. В буллитной серии Артур также пропустил единожды и принес нашей команде очень нужные 2 очка. Результат удачный. Это самое главное. 2 очка взяли. По самой игре, ну, разберем ошибки. Да, много бросков было по нашим воротам. Мы больше в обороне играли. Ну, где нужно, выстояли. Где нужно, ребята поймали на себя. Где нужно, я что-то поймал. Добились положительного результата.